Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. А такие пионы, ребятка. А такой розовый пион. Смотри, какой красавец. Смотри, ребят. Ай, красавец. Розовый пион. Красавец. Еще такой пион есть. Розовый. Запах обалденный. Ребята, запах обалденный у этих розовых пионов. Красавцы. Просто красавцы. А такую посмотрим пион. Red Charm. Красота. Большой. Здесь, наверное, кустов раз, два, три. Куста четыре, наверное. Красавец, да, ребят? Ай, красавец. Красавец. Сейчас. Смотри. Пион Red Charm. Разводится пион делением куста. Можно семенами. Пион Red Charm. А такие пиончики. И майский жук залез. А такой красавец. Эти еще не расцвели полностью. Вот такие пионы. Идем далее. А такие пионы. Это полный коралловый пион, который за 4 дня меняет свой цвет. С кораллового цвета превращается в цвет парного молока. Красавец, да? Красивые. А такие пиончики. Смотри. Идем далее. А такие пиончики, ребят. М?
Красиво, да, ребят? Ай, красота!